Вы на канале Katie's Gamesys. Всем приветики, ребятки! Вы на канале Katie's Gamesys, и мы сегодня с вами продолжаем проходить игру That's Not My Neighbor. Это не мой сосед. Почему я решила в нее опять сыграть? Я не знаю. Она меня привлекает. Она действительно прикольная, она действительно классная. А еще меня привлекает ее невозможность пройти ее практически. А мне все интересно, как же ее можно пройти. Вот ты не поверишь. Все это время, вот от того видео до этого видео, я думала. Думаю, господи, что ж тут такое? Что ж тут надо делать? Ни хрена непонятно, но очень интересно. Надо решать, надо учиться, надо пытаться это все делать, потому что... Ну, а как же без этого, да? Как же? Не все, что у нас в жизни, все будет легко. Не все, что у нас в жизни, все будет легко. Как-то странно сказала. Вот, поэтому мы с тобой сегодня будем учиться. Я надеюсь, видео будет не как... Я надеюсь, видео будет не как в прошлый раз. Три таймс. Опять эта женщина, сходу эта женщина. Привет. Тебя опять три раза надо пустить? Кто ты? Почему? Объясни мне, почему тебя надо три раза пустить? Я не понимаю. Где твой этот? Три таймс. Ну иди, ладно. Закрою. Мало ли что, закрою. Ну и отвернусь заодно. Ладно. Три таймс, да, я помню. А почему я должна ее три раза пустить? Вот этого я не понимаю, что вообще никак. Просто три таймс. И чё? Да я поняла уже. Можешь не повторять. Почему? Зачем я ее должна пускать? Кто она такая? За что я должна ее пускать? О! Новенький. Привет. А что у тебя такая маска странная? Чё-то напоминает. Что-то напоминает. А что напоминает, что не пойму. Из какой-то группы, рок-группы, да? Не Металлика, как она? Не помню, как называется, не помню. Где твой ID? Ага, спасибо. Блин, не помню, недавно только видела. Недавно начала смотреть и недавно увидела такую маску. Думаю, что-то думаю, блин, знакомая. Да, оттуда, из этой группы. Так, подожди. Все нормально. Какая минута? Вторая. Нормально. Все, уходим. Играем. Все, играем. Нормально. Так, Ахпуч. Ты где живешь, Ахпуч? 0303. Ахпуч. Хил-балба. Ахпуч. Нормально. Ахпуч, хил-балба. Так, уч-пучмак. Чё ты? Ну да, я здесь живу. I went out to break bones. Break bones? Я не знаю, что это. Bone breaker. Ну да, как бы все правильно, но я не знаю, кто это. Хрен его вообще знает. Твой братец или кто? Муж, жена? Дома они? Нет, не дома, да? Вернее, дома, не вышли. 42-42. Давай. Блин, ну его стопудово дома нет. Давай позвоним, ладно. Давай позвоним. 44 набрала. Мама. 42. Отлично, давай. Звони. Быстрее. Черепашка говорит. Ее нет дома. Уч-почмака нету дома. Какая вот идеальная пара, слушай, уч-почмака черепаха. 564-36-47. 89-52-13. Ага, все подходит. Носит маску. Короткие волосы. Вот я не знаю, что такое, видимо, квадратное лицо. Ой, голова. Квадратные глаза. Глаз... Что? Уши квадратные, не квадратные. Ладно, маленькие глаза, маска. Но все вроде идеально. Все вроде правильно. Ты выходил? Ты не выходил. Скажи мне, почему тебя нет в листе сегодня? Emergency. Break and bone. Он работает в скорой, что ли? 55-й год. Сегодня какой? 82-й, да?
Значит, еще действует. Это вроде как докуда действует. Печать вроде какая надо. Тут еще говорят, на печать надо смотреть. А зубы у тебя, зубы такие, как надо? Да вроде такие, как надо. Да хрен тебя знает, иди. Я не знаю, но все у тебя совпадает. Блин, ну сейчас, если он меня убьет, будет обидно. Пожалуйста, страшно. Нет, прикинь, человек был. Ага, добрый вечер, да, здравствуйте, Чупакабра. Зотехэ, ты где живешь? 2-2. Зотехэ. Зотехэ, омок. Омок. Вот это закроем. Вот это закроем, да, это закроем. Омок. Зотехэ, омок. Зотехэ, омок. Окей, печать. А, печать неправильно, тут третья должна быть, да? 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 Да! Тут, смотри, три. А тут две. Все, то есть я его автоматом нахрен, да? Нахрен, все, иди! Иди! Иди нахрен! Мы тебя не звали, идите нахрен. Вы кто такие? Я вас не звала. Идите нафиг. Ну это же реальный человек, да? Но печать не та. Печать неправильная, ты сам видел. Ты видел, что печать была не та. Только попробуй, падла, рожа, вылезти. Я тебе глаза выколю и на задницу натяну. Слышишь меня? Ха-ха! Понятно, да? Понятно, да? Понятно. Привет, Mortal. Mortal Kombat. Has bed. Ты где живешь? Угу. Что-то у нас все 3-3, 2-2, 1-1 попадаются. Хес бет, хер бетеха. Хер бетех. Хер бетеха, хес бет. Подходит. А я выходил, чтобы, видимо, взять несколько душ. А, печать правильная, печать правильная. До 70-го года у нас 55-й год. 332, 59, 68. 332, 59, 68. 25, 69, 94. Подожди, 56, 99, 45. 56, 99, 45. 56, 99, 45. Ага. Ага, ну тут все правильно. А, тут у нас вроде как тоже все правильно. Давай мы с тобой будем сравнивать тебя. Soul Eater. Консам. Сам-сам. Я не знаю, что такое консам. Сам. Это что? То же самое или нет? Scare on the head. А, короче, шрам. Шрам на голове. Множество морщинок. Я могу как-то вот так? Нет, я с помощью клавиатуры не могу скипать. Печально. Ага, слева глаз этого Саурона, Ориона, как он там. Внизу какая-то штука, какая-то дорожка. Я не знаю. Ну, улыбка вроде хищная. Нос, нос тот же. Глаза. Так глаза те же. Кривые, косые. Кривые, косые. Да вот тут то же самое все. Давай позвоним. 1152. 1152. У него какая-то жена такая, это. Такая вся все видящая. Прям идеальная жена для тех, кто боится всяких дырок или большого количества глаз, я не знаю. Други! Ага, его нету дома. Хезбет. Ты ж Хезбет? Хезбете. Хезбете. Да хрен его знает. Ну, вроде дома. Смотри, иди совпадает. А, это совпадает. Это совпадает, это совпадает. Ну, все совпадает. Смотри, ты видел, что все совпадает. Ты видел, что все совпадает. Все просто идеально. Календарь идеальный. Айди идеальная. Что еще идеально? Все идеально, все идеально. Все идеально. Привет, женщина. Пять глаз, я у тебя помню. Я тебя помню, у тебя наконец есть сережки. А вот что с сережками делать, мне интересно. Сережек у нее не было в прошлой серии вообще ни разу, но при этом это всегда был человек. Ну, в смысле, житель. Лилитехэ. Лилитехэ. Лилиту лилит. Лилиту лилит. Окей. Лилитехэ, лилиту, лилит. Ага, все идеально, все правильно. Ага. How to perform witchcraft. Но она witch. Она ведьма, все правильно. Сорян. Так, маленький нос всякий. Всякий маленький нос. Да, у тебя маленький нос, женщина.
маленький нос. Короче, будем так сравнивать, я не знаю. Так, ну так вроде все идеально. Не хочу читать это все. Это не нужно нам. 172, 17, 25. 172, 17, 25. 53, 52, 71. 53, 52, 71. 53, 52, 71. Ага. По 67 год еще действует. Еще действует. Печать хорошая. Тут все вроде хорошо. Тут все вроде хорошо. Ну, значит, тут она есть. Да, тут она есть. Давай позвоним. Давай позвоним. 69, 96. 69. 96. Набралось? Девятка не набралась. Вот ты падла. Ага. 90. Немного сложно. Тут не надо, короче, по всему кругу вести. Ты просто вверх немного мышку направляешь, и она доходит. А иногда не доходит, и тебе приходится как бы немножечко вот так вести ее. Лилит ТХ нет дома. Лилит ТХ. Лилит ТХ. Ну, у тебя вроде все хорошо. Иди, я хрен его знает. Но, короче, опять ты все видел. Давай я тебе заранее скажу, ты видел все. И дата, и ID, и все у нас было идеально, но она оказалась не тем. Почему она оказалась не тем? Кто знает. Откуда? Как? Как это произошло? Давай еще раз. Давай еще раз. Мы с тобой будем еще раз пробовать. Потому что почему бы нет? Почему она оказалась не тем? Что было не так? Печать была идеальная. Дата была хорошая. Все было хорошо. Внешность полностью совпадала. Ой, здравствуйте, королева. Здравствуйте, здравствуйте. Ух, ё-моё, у тебя тут еще какие-то эти на сережках инициалы. Так, ты мне сразу давай свой интри-реквест. Ага, спасибо. Ян Луо. Где ты живешь? 0301. Ян Луо. Ванг Диви. Ванг Диви. Ян Луо. Ванг Диви. Ну, вроде все правильно. Provoke this. Provoke this. Provoke. Что такое provoke? Ты кого-то убивал или что? Я понять не могу. Глаза белые. Маленькие брови. No pupils. Что за pupils? Что за pupils? Я не поняла. Видно зубы. Купилс. Ладно. Печать вроде правильно. 68 год, 55, все хорошо. Давай тогда 798, 84, 66. 798, 84, 66. 65, 42, 98. 65, 42, 98. Тут все идеально. Давай по внешности. У нас тут какие-то One и T. Ну, вроде One и T, все правильно. Тут вроде все правильно на сережках. Корона тоже правильная. Женщина тоже правильная. 5 зубов. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, три, четыре, пять. Да, 5 зубов. Я не понимаю. Ладно, давай. Давай, подожди. Ты тут есть? Ой, как вас тут много. Почему тебя тут нет? Почему? Давай, расскажи ко мне, почему тебя тут нет. Ты типа торопилась или что? Я еще не поняла, что он сказал. Ладно, давайте позвоним. 14:25. 14:25. Блин, что-то мне подсказывает, что она не человек, что она импостер. Как его? Я опять забыла, как это называет. Кто-то траву косит. Кто-то траву косит. Блин, погоди, а то, что она не отметилась, она же могла просто не отметиться. Но она вроде похожа, давай попробуем. Давай, подожди, давай вот так. Она на каком, подожди, на третьем, да, живет? Корона у нее нормальная, нет? Да вроде нормальная, вроде нормальная, вроде хорошая.
Да я хрен его знает, иди. Я не знаю. Ну все хорошо вроде бы. Да она сейчас импостером будет, да я тебе отвечаю. Да я тебе стопудово говорю. Нет, что ли? Моя чуйка меня подвела. Обидно. Здравствуйте, Фрэнки Вумен. Ну давайте. Ну, о, Джейтся. Ну, о. Ну, о, ГХ-та. Ну, о, ГХ-та. Понятно. Она неправильно написала свое имя? Ну, в смысле? Ну, понятно, что она неправильно написала. Его. Ну, иди тогда. Дальше смотреть не будем. Зачем нам это? А, хотя, ну, можно было у нее спросить. Типа, у тебя не совпадает... А, нет, там такого нет. Там есть, по-моему, внешность не совпадает. А может быть, не внешность, не знаю. Надо было, короче говоря, что-то такое сделать. Ладно, давай, иди. Да, сдресни уже, а. Давай, иди. Сейчас такое лицо вылазит. Чтобы мы вообще нахрен ничего не поняли, что здесь вообще происходит. Ой, привет, какой ты прикольный. Какой ты довольный. Ой, тут вот что значит человек доволен жизнью. Живет и радуется. Радуется! Давай на эту посмотрим для начала. Но печать хорошая. Печать хорошая, печать хорошая. Ты живешь один, это плохо. Это ужасно, это отвратительно. 68-55, нормально. Абдукиус. Абдукиус Морайл. Морайл. Тут все правильно. Абдукиус Морайл. Киус же, да? Киус, да. Морайл. Окей. А третий on the first floor. Окей. 763-86-75. 763-86-75. Да. 76-47-48. 76-47-48. Хорошо. Хорошо. Поэтому ты по всему подходишь. Здесь ты есть. Окей. Тогда давай так. Давайте сравнивать по внешности. У тебя получается три сережки. Три сережки, все верно. Лицо, шрам посередине, сережка внизу. Да, мы с тобой прям смотри, братья, у меня такая же есть. Большая улыбка, сережки по бокам, большая улыбка, сережки по бокам. И сережки внизу есть еще, да, у него? Да, две сережки внизу. Ремень. Ниже мы ничего не видим. Какой ты криповый, а слушай. Какой ты красивый, ё-моё. Смотрите, какая укладочка. Какое это... Ну, подумаешь, глаза растянул. Ну, с кем не бывает. Ну, захотелось ему так. Ну, захотелось и растянул. А так-то, ну, вот какой симпатяга, а. Какой симпатичный. Ты так не считаешь, а? Смотри, какой симпатичный. Вот, ну, в принципе, глаза обратно вернуть и более-менее... Хотя нет, болтаться будет лучше так и остать. Лучше так и жить. А как он спит? Он такой, типа... Так спит. Все такие, вау, он живой. А он такой, я сплю. Давайте все правильно. Тут еще одна дополнительная сережка. Видимо, это веко уже сильно оттянулось, поэтому ему пришлось всего два раза здесь закрепить на лбу. Да я хрен его знает, мужик. Ну иди, ты везде есть. Иди. Я не знаю. Я не знаю, что с тобой делать. Честное слово, не знаю. Чего, куда тебя? Потому что, ну, вроде ты нормальный. Ну, нет, оказался ненормальным. Почему ненормальный, непонятно. Где он оказался ненормальным? Что было не так? Что? Вот что было не так? Что было не так? Печать, что ли, была не так? Была печать перечеркнута. Или она всегда перечеркнута? Что-то я не помню. Блин, жестко, а? Я хочу клоуна опять. Я хочу ему сказать нет. Привет, мы тебя уже видели. Привет, привет. Так, вас тут много сегодня? Вас тут немного сегодня. О, вип-гость какой-то у нас сегодня, окей. Вип-гость, по-моему, надо так пропускать. 67-55, все нормально. Оркус. Оркус, диспатер. Окей. Оркус, диспатер. Look for some skins. Он коллекционирует кожу, и он пошел смотреть на кожу. Ладно. Глаза вроде такие, нос такой. 3-1. Зубы. Внизу. Ага. Шея. Всякие ниточки торчат, да?
Всякие ниточки торчат, да. Ладно, давай посмотрим по печати. Печать и ID 632-46-94, 632-46. Сорок девять, шестьдесят четыре. 49-64. А вот мы и поймали тебя. А вот мы тебя и поймали, Лашпек. А вот я тебя и догадываюсь. Смотри, какая я молодец. Смотри, как я идеально помню. Смотри, как я идеально заметила. Вообще. Ну, я прям с собой горжусь. Ой, я молодец. Ой, какая я молодец. Ой, как я помню. Иди нафиг, я хочу дальше играть. Какая я молодец. Ай, давайте следующего мне красавчика. Ну да, прям красавчика и прислали. Да. Ну ладно. Дагда. Сорян. Только не убивай меня, пожалуйста. Ты кто? Дагда. Ты кто? Как что-то с душами он там. Издевается над душами. Дагда, Кром. Дагда, Кром. Кром. Круакх. 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 Кром. Дагда. Окей. Check it out. Some souls. Scare some souls. Yes. Все правильно. Вроде как все правильно. Давай 965-32-19. 965-32-19. Блин, тут получается внимательно надо следить. Я до этого так, типа, на абу. До этого-то в ID никогда не было ошибок. Получается 84-58-63. 84-58-63. Да, все правильно. Печать правильно. 75-й год правильно. Тут все правильно. Тут у нас печать правильная. Ну все, года тут нет. Хорошо, давай смотреть, тебя сравнивать. Зубы. Зубы вроде у тебя все идеально. Один крест и наискось. Один крест и наискось, ага. Ноздри. Ноздри, ну вроде все правильно. Глаза все правильно. Да, вроде вообще все правильно. Веревки правильные, вроде как. Тут-то есть. Тут тебя нет. Почему тебя тут нет? Ага, типа он, короче, отмечался в листе. 42-58. 42-58. Может быть, он сейчас дома? Нет, его нет дома. Плохо. Хреново, я бы даже сказала. Ну, тут все совпадает. Давай вот так, может быть, что-нибудь скажешь? Типа, все, говорит, со мной хорошо, не звезди. Ну, иди. Не знаю. Я ошибок не видела. Дата нормальная. Печати есть. Все есть, все хорошо. Спасибо, он был нормальным мужиком. Привет, тут ты, по-моему, есть. Да, тут ты есть. Печать хорошая, 66-й год, у нас 55-й год. И Исхтар. Ерескигай. Ерескигай. Подожди, так давайте. Ерес Кигал. Кигал. Все правильно. Вот так вот. Исхтар. Ерес Кигал. Ерес Кигал. Да. Окей. Хорошо. 945-88-96, 26-98-58, 26-98-58. Chaos is pests. Но это она нам не скажет. Окей, давайте сравнивать внешность. Кучеряшки вроде хорошие. Тут у тебя нормальная печать, нормальная. И здесь печать нормальная, здесь печать нормальная. Все хорошо. Кучеряшки у тебя есть. Глаза черные. Глаза черные. Нос длинный. Зубы. Давай посчитаем зубы.
Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять снизу, пять сверху. Три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Везде пять. Окей. Окей. Хорошо. Ну, вроде все понятно. Вроде все нормально. Я не знаю. Ты сегодня есть. Может, адрес не тот будет? Нет, адрес тот. Ну, я фиг его знает. Вроде все хорошо. Вроде все хорошо. Я не знаю. Я не знаю. И дата хорошая, и все хорошее. Пожалуйста, можно дальше. О, спасибо. Вау, женщина, тебя тут точно не было. Какая ты, вау, какая ты красивая. Погоди, ты ж дома. Мы ж тебе звонили. Мы ж тебе звонили, ты дома была, не ври. Где иди? Ага, спасибо. Так, 68-й, у нас 55-й. Печать нормальная. Другия. Так, ты где живешь? Один-один. Это закрываем. Другия. Флеу. Флеу. Ретти. Ретти. Окей. А 116-19-89. 116-19-89. 68-21-11. 68-21-11. Тут все правильно. Тут все правильно. Другия. Флеу. Флеу. Ретти. Другие. Другие, окей. Ой, какие у нее ручки маленькие, блин. Сам Nightmares. Она хотела... А, на дизайнер кошмаров. Прикольно. 24 пальца у нее. Давай, 24. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 24 пальца. Эти направо 3, это налево. Это направо. Эти, короче, 3 направо закручены, это налево закручены. Все правильно. Тут 3, 2, 3, 1. 3, 2, 3, 1. Нос. 4 зуба. 4 зуба. Но она вроде как была дома. Мы же ей уже звонили. Один с 52. Или это в прошлом раунде было, я не помню. А, это в прошлом раунде было. Вот так вот играешь, когда несколько раундов подряд. Так неудобно, ты, короче, не помнишь. Да, Хезбет говорит, это ее муж. Нет, другие нет дома. Другие. Блин, капец, прикинь, ты, короче, так домой приходишь и полчаса стоишь возле двери, пока тебя проверяют. И думают, пускать или не пускать. Ой, женщина, женщина, не знаю я, что с вами делать. Что ж с вами делать? Ты тут есть? Ты тут есть. Ты тут есть. Ну давай, у тебя все вроде хорошо, иди. Я не знаю. Я не знаю, вроде все хорошо, вроде все нормально. Не знаю, убьет она сейчас, не убьет. А, нет, не убьет. Не убьет. Привет, мужик. Привет. Ты тут есть? Ты тут есть. А ты, по-моему, был же уже, нет? Айди, дай мне. Подожди, ты где живешь? 3-1. По-моему, ты же только что заходил, или нет? 14-25. Давайте 4... вот это закроем. 14-25. 14? Нет, по этому номеру я, по-моему, не звонила. А может, звонила, может, я ничего не помню. Кто меня знает? Я могу просто не помнить. Ян Ло говорит, Оркуса нет дома. Да, значит, это было в прошлом раунде. Хорошо, что его сходу нет. Нет в футболе. Оркуса нет дома. Ты где живешь еще раз? 3-1. Окей. Оркус, дис, паттер. Паттер. Ага, паттерн. Коллекционирует кожу. 632, 49, 64. 632, 49, 64. 52, 59, 84. 52, 59, 84. Хорошо. Давай сравнивать внешность. Глаза. Нос. 3 слева, 1 справа, да. Зубы хорошие. Зубы хорошенькие, да. Все как стоматолог тебе говорю.
как не стоматолог, не человек, уговариваю, зубки хорошенькие. Что еще мы с тобой проверяем? Мы с тобой проверяем 67-й, у нас 55-й. Мы с тобой проверяем печать. Мы с тобой проверяем Orcus Dis Pattern. Имя, печать. Я не знаю. Да вроде все нормально. Вроде и с внешностью все хорошо. Ты видишь какие-нибудь минусы? Вот я не вижу. Вот я ничего не вижу. Вроде все хорошо. Вроде хорошая маска такая же. Ну давай тогда пойдем. Иди. В принципе, у него есть нормальная отговорка. Почему его не было? Он есть здесь. Ну как бы все нормально. Должно быть все хорошо. Да, все хорошо. Ты, по-моему, уже приходила, женщина. Ты, по-моему, уже приходила. Дай мне свой entry request. Спасибо. 0302. Мы тебе сразу позвоним туда. 41-22. По-моему, она уже приходила. Естественно, Исхтар приходила. А, типа, она никуда не уходила, она говорит. Или никого не ждет, не знаю. Исхтар. Ладно, иди. Только не сюда. Только не сюда иди. А так иди. А так разрешаю. А так все хорошо. Иди. Ага, мы позвонили туда-то. Давай, забирай. Да, клин, протокол комплит. Давай, я продолжаю свою работу, а ты идешь на свою и не мешаешь мне. Сколько у нас еще осталось? У нас остался еще гость. И вот этот, Барбатус. Здравствуйте. Естественно, я так и думала, что он придет. Барбатус. А где? А ты что, мне ничего не даешь? Я у тебя это выпрашивать, что ли, должна? 72-й год, у нас 55-й, хорошо. Печать вроде нормальная. Барбатос, ты где живешь? Печать нормальная. Барбатос. 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 Барабам. Барабам. Окей. Барабам. Барбатос, барабам. Все совпадает, все хорошо. Hunt some humans. Охотился на людей. А он охотник на людей. Хорошо. 896, 69, 89. 896, 69, 89. Как много тебя, так шестерок и восьмерок. Ё-моё. 68, 98, 86. 68, 98, 86. Приколдес. Ладно, хорошо, мне нравится. Прикольно выглядит. А, тут все верно. Давай мы сверим твою внешность. 15 тут рогов у него. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 рогов. Глаза белые. Зубы оскал хищный вообще. Тут какое-то солнышко слева на щеке. Справа буква П с галочкой недоделанная. Да вроде все хорошо. 26, 68. 26, 68. Что он нам скажет, интересно? Эксайл говорит. Барбатоса нет дома. О, ё-моё, Барбатос. Сложно с тобой, Барбатос. Ну, а иди, у тебя совпадает, это все совпадает, это совпадает, это совпадает. Ну, давай. Очень бы не хотела сейчас проиграть последний момент. Потому что в списке он есть, все вроде как идеально. А, ну нос не проверили. А, нет, прошу, хорошо. Тебя тут нет, женщина. Почему тебя нет в списке? Почему тебя нет в списке? Чего? Она типа ушла, никто ее не спросил. Лилит эхэ. Что, типа того она сказала, что ли? Лилит эхэ, лилиту, лилит. Лилиту, лилит. Лилит эхэ, лилиту, лилит. Да, вроде все правильно. Вичкрафт, все правильно. Печать хорошая, тоже печать хорошая. 67-й год, у нас 55-й год. 172, 17, 25. 172, 17, 25. 53, 52, 71. 53, 52, 71. Хорошо, давай позвоним. 69, 96. 69. 96.
6. Давай. Щекачешься. Давай, что ты мне там скажешь? Сейчас должна я сестра взять. Анна Зарет говорит. Да. А? Она сказала, ее нет дома? И and forgot? Ере? Чего? Кого? Что она только что сказала? Я не поняла. Ладно, смотри-ка, тут три этих и ниже идет. Три этих и ниже далеко идет, окей. Клыки, пять глаз, все. Ну так-то все хорошо. Сережек только нет. Скажи-ка, почему? Может, та сказала, что она забыла сережки, но сомневаюсь. Ну так-то, ой, так-то она идеально подходит. Давай рискнем, давай вызовем. По-моему, она идеально подходит. По-моему, она идеально подходит. Но мало ли что, может быть, сережки. Вот это, конечно, плохо. Вот так вот путать человека категорически нельзя, нет. То есть, если, допустим, у нее сережки, то они должны на ней быть. Может быть, сестра сказала, что она забыла сережки. Да, она была человеком, блин. То есть сестра сказала, что она, наверное, забыла сережки дома. И мне стоило на это обратить внимание. Тебя, по-моему, уже запускали. 0301. 14:25. Ты же приходил уже. Только что. До той тетки. Блин, обидно. Получается, если она говорит, что типа там не только ее не дома, она, наверное, еще и говорит о том, что она забыла сережки дома. Да, Охкус, и я дома. Только что ты заходил, чувак. Ты опоздал немножечко. Ты немножечко опоздал. Ты немножечко не тогда пришел. Не туда и не тогда. Хорошо. Хорошо, ладно. Ладно. Блин. Ну на самом-то деле... Сережки забывает только она. Опять ты? Это только что приходил? Ты, тебе же сказали, ты дома. Ты что приходишь постоянно? Ты зачем приходишь, дурачок? Ну сказали же, дома он. Все, не ждет тебя никто. Зачем ты постоянно сюда ходишь? Иди вот умри и все. Ой, только не говорите, что это будет реальный человек. Я уже все знаю, я уже на все готова. Нет, не на все готова. В смысле, все ожидаю. Ой, привет! Привет! А у меня нет для тебя ответов. А у меня нет. А давай, подожди, давай мы с тобой глянем ответы. Давай прямо сейчас я открою, ну, вкладку, да, с этим. Я вырежу, как я их найду, а потом я их напишу. Ну, как бы, ну, ты, короче, понял. В общем, я тут. Давай мы с тобой попробуем скопировать. Давай попробуем скопировать вот это все и встать, потому что там дальше будет прям вообще капец. Что-то он тут спрашивает, какое настоящее лицо кого-то там. Да, это, говорит, правильно. Какое-то число, которое... Подарившая тебе победу в контексте... В контест? Контест? Что это такое контест? Когда писал... А? У меня волос во рту. Короче, какое-то число, какое конвертируется правилом романа... Нумерал систем, я не знаю, короче. А... В смысле? Меня надули! Меня надули, ё-моё! Погоди, меня надули! 42. Но, по-моему, вип-гостей мы всегда пропускаем, нет? Ладно, я сниму сейчас наушники. Подожди, меня реально надули, что ли? Серьезно? Меня надули, следом пришел клоун. Что такое? Я не хочу с тобой играть.
ты еще и обиделся! Не обижайся, братан! Чё, уходи, все. Чё, ну иди! Все, я не хочу с тобой играть, иди. Чё, тебя пустить? Нет, пускать не буду, иди тогда в баню. Не, пускать я тебя не буду. Ты меня убьешь, если я тебя пущу. Я сказала, что я с тобой поиграть не хочу, это плохо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что? Клин, протокол сделан! Бла-бла-бла. Чё? Отлично, давай играть! А, я в любом случае с тобой играть, что ли? В смысле? Я ж тебе сказала, я не хочу! Я не хочу с тобой играть! Чего? Ну, 8 положений. На дом. А я не помню правила, мужик. А ты куда? Я проигрываю. Я проиграла. На! Понял, да? Угорает надо мной сидит, на тебе. Тебе что, маленький надо или что, я понять не могу? На десятку. Короля? На тебе четверку. Опять ты выиграл? Да ё-моё, быстрее откат, что ли, избавиться надо? Гейм овер, ты меня что, убьёшь? Нет! Меня убил клоун. Ну так-то я не виноват. Ну так-то я не виновата была. Я все хорошо сделала. Нет, Nightmare Rings, да не гони, я выиграла, иди в баню, игра, я выиграла. Я классно играла весь этот раунд, я молодец. А этот клоун, задница поганая. Если тебе понравилось, то видео ставь лайк, пиши комментарий, скидывай его своим друзьям, кто нам тоже понравится. А также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии видео и стримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Я думаю, уже в других игрушечках, всем пока-пока.